сердито, потому что Ирландия, Германия и Финляндия умудряются 1/3 электроэнергии и тепла вырабатывать на торфе. Дешево, потому что другие виды топлива, завозные, уголь, газ и мазут, обходятся нашему бюджету в 500 миллионов рублей новыми. Несмотря на то, что Карелия всегда была богата торфом, этот вид топлива мало использовался и был не сильно популярен. Чаще его применяли в сельском хозяйстве и не как топливо, а в качестве компоста на полях и подстилок у буренок. Дабы местное топливо зря не пропадало, ученые-энергетики, как наши, так и финские, разработали программу ТАСИС по торфу. Этот уже семинар не первый, и если ряд котельных переведется на торф, то предвещают сокращение казенных расходов и понижение тарифа за свет и тепло от граждан. Но если будем использовать местные виды топлива, то вот эти холода мы будем переживать значительно лучше. Поскольку, как показывают вот расчеты и исследования, что местные виды топлива гораздо дешевле будут обходиться республике.